So we'll begin today the third lesson. Итак, сегодня мы начнем третий урок. This lesson is entitled Srila Prabhupada, Our Founder Acharya. Этот урок называется Шрила Прабхупада, наш Ачарья-основатель. So in the first two lessons we examined what is a spiritual master, the different kinds of spiritual masters, what's the importance of accepting a spiritual master. На первых двух уроках мы прошли о том, кто такой духовный учитель, каковы разные категории духовных учителей, в чем важность принятия духовного учителя. In lesson two we understood what is the terminology, founder acharya, what's the history of that terminology, what are the characteristics of the founder acharya. На втором уроке мы узнали о том, какое значение, смысл термина «Ачарья-основатель», откуда он появился, какова история возникновения этого термина и каковы характеристики, качества Ачарья-основатель. Теперь мы будем смотреть на качество Шрилы Прабхупады как Ачарья-основателя. But before we begin lesson three, are there any questions? A couple of questions from the previous lessons. Но пока мы начнем третий урок, давайте мы спросим, есть ли какие-то вопросы с предыдущих уроков. Мы можем пару вопросов задать. If not, we can... Okay. Yeah, question. Громче, пожалуйста. В чем принципиальное отличие философии Вишну с вами и Нирбхакти Ачарья? От Рамануджи Мадхавы. В чем отличается философия Вишну с вами и Нирбхакти от Рамануджи Мадхавы, да? Как бы две, да? What is the principal difference of philosophy Vishnu Swami and Nirbhakti from one part and Madhavacharya and Ramanujacharya from another part? Different aspects of focusing on the nature of the absolute truth. Они концентрируются на разных аспектах внутренней природы абсолютной истины. There's what we call dvaita. Есть двайта, вишишта двайта, двайта, адвайта, and of course, what is it? Ачинтибхеда-бхеда таттва. So these are different angles of explanation of the nature of the absolute truth. Все вот эти перечисленные философии, философские системы, они с разных углов зрения описывают одну и ту же абсолютную истину. Oneness. Единство подчеркивается. Dualism. Одно из них. Другой – двойственность. Conditional dualism, or Vishishta Dvaita, is it's a particular principle that the jiva is... It's a little, the aspect of the jiva is explained a little bit different in the Ramanuja Sampradaya. Ramanuja Sampradaya, в своей принципе, Вишишта Адвайта, она немножко по-другому объясняет особые качества дживы, живого существа. That's in Madhvacharya, Madhvacharya Sampradaya. И также есть Madhvacharya Sampradaya. So all are speaking on the nature of the absolute truth, but others are giving different angles of vision. Они все говорят об одной абсолютной истине, но подчеркивают разные точки, разные углы зрения, разные аспекты этой абсолютной истины. This requires some study. И это надо изучать. You can find it, and some of it is explained in Chaitanya Charitamrita. Некоторые из этих философий объясняются в Чайтанья Чаритамрите. But there has been books published separately about the different, you know, dvaita, advaita, vishishta dvaita. Но есть целая серия книг, которые объясняют все вот аспекты этих вот разных философий двайта, двайта адвайта, вишишта двайта и так далее. It's actually a whole seminar. Это тема целого семинара. Not just a small thing. Это такой маленький вопрос. Okay, yes. Еще раз покруче подходите.
А есть необходимость нам, как тем, кто уже понимает высшую философию, начинается педа педа татву, изучать еще другие философии, да? Is there a need for us, because we have perfect philosophy, achinsya bheda bheda tattva, given by Lord Chaitanya Mahaprabhu, is there a need for us to study another previous philosophy, like Vishishta Dvaita and some Dvaita, Madhvacharya? You can study the history. Вы можете изучать историю. And why these different teachings and how they evolved ultimately to the highest understanding of the Absolute Truth. Как вот эти вот все вот разные предыдущие философии, они эволюционируют к высшему пониманию абсолютно. Just to give you a summary. Я дам краткое такое как описание, как это происходило. When Lord Buddha came, people were using the Vedas to sacrifice animals. Когда пришел Господь Будда, люди они использовали Веды для того, чтобы приносить жертву животных. So it was becoming very abusive to the Vedic teachings and very violent towards animals. Это стало оскорбительным по отношению к ведическим писаниям и также это было проявление насилия по отношению к животным. So Buddha said, he came and said, forget the Vedas. И Господь Будда пришел и сказал, забудьте о Ведах. Just follow the eightfold path of perfection. Просто следуйте восьмиступенчатому пути совершенства. So Buddha is called Nastic. И буддизм называется Настика. Atheist. Атеизм. So that went on for some... Now, Buddha is Krishna. Krishna came as Buddha, and he was teaching atheism. Будда — это Кришна. Кришна пришел в облике Господа Будды, и он преподавал, обучал людей атеизму. Then Shankaracharya came. Затем пришел Шанкарачарья. Now, Shankaracharya is Lord Shiva. Шанкарачарья — это Господь Шива. And he's a great devotee. Великий преданный. But he came as a covered manifestation, teaching what is called monism, that he brought people back to the Vedas again. Он пришел, и он такую скрытую, как такой скрытый буддизм, как такую зашифрованную философию монизма преподавал, и он вернул людей обратно к Ведам. And he drove Buddhism out of India and went to China, went to Japan, went to Burma, different places. И он буддистов из Индии выгнал в разные другие места, такие как Японию, Китай и так далее. His principle was the absolute truth is impersonal. Его принципом философским было то, что абсолютно истина и персональна. After a few hundred years, Рамануджачарья came. Через несколько сотен лет пришел Рамануджачарья. And he says that the absolute truth is both personal and impersonal. Который сказал, что абсолютная истина, она одновременно и личностна, и безличная. So he took it higher. И это выше уже. And then Madhvacharya took it even higher with finer understandings of the nature of personalism. И Мадхвачарья, он довел понимание персонального аспекта абсолютной истины до высшего совершенства. And then Chaitanya Mahaprabhu brought the absolute truth into perfection by teaching the absolute truth is both personal and personal, simultaneously, one and different. И Господь Чайтанья Махапрабху, он довел все это философское понимание до высшего совершенства о том, что абсолютная истина, она одновременно и личностна, и безлична. So that's a whole history why the Lord arranged that. First to stop animal killing and misuse of the Vedas, got people off the Vedas. Shankaracharya brought people back on the Vedas in an impersonal way. Это целая история, как происходило. Вначале был Господь Будда, который отверг Веды, потом Шанкарачарья вернул людей к Ведам, и все и распространили персональную философию. And then Рамануджачарья brought it higher, Madhvacharya a little higher. And Chaitanya Mahaprabhu brought the true teachings of the Vedas back. И Рамануджачарья еще выше поднял это понимание, Мадхвачарья еще выше, и в конце концов Господь Чайтанья Махапрабху довел это понимание до высшего истинного смысла, который заложен в Ведах. So you don't have to study all the philosophies, but you can study the history. Может быть, вам не надо все эти философии изучать, но вы можете историю знать. And see how the Lord arranged for all these things to happen the way they did. И чтобы вы понимали, как Господь все эти вот вещи, как Господь эти вещи устраивал для того, чтобы истина проявилась. So now Chaitanya Mahaprabhu is giving us the complete understanding of the absolute truth. И Господь Чайтанья Махапрабху дает нам полное понимание абсолютной истины.
Krishna is a person. Кришна — это личность. And not only is he a person, but he has activities, qualities, different forms. He's personal, but he's also impersonal. We worship the personal aspect of God. Он говорит о том, что учит тому, что Господь Кришна — это личность, и все, что касается его, его имя, его качества, его форма, его деяния, они трансцендентны. И в то же самое время он и имперсонален, но мы поклоняемся ему в его личностном аспекте. Anyway, it's a nice study of the history. You can find it in different texts. You'd have to do a little research to find the history, but it's there. Но есть история, она есть, и вам нужно просто провести исследование в разных статьях, в разных каких-то книгах, там можно найти. Talk to Sarvagya, he's a scholar, he knows all these things. You gotta translate that in. Махарадж просто он так сказал, что ко мне надо обратиться, если что, есть какие-то вопросы. Okay, we're gonna begin. So this is lesson 3. Так, это урок 3. So what do you see there? Что вы здесь видите? And does anybody know where that is? А кто знает, где это все происходило? Huh? Bhaktivedanta Manor, yes. Bhaktivedanta Manor, да. And Prabhupada, he's giving a flower to a little girl. Прабхупада дает цветы маленькой девочке. Our founder Acharya. Наш Ачарья-основатель. Okay. Кто предсказал, не переводится, кто предсказал приход нашего Ачарья-основателя? Who predicted our founder Acharya's advent? Is there anybody here that needs English? Есть кто-то здесь, кому нужен английский перевод? Кто только по-английски? Is there anybody who speaks only English? You require English? No, my question is anybody here who doesn't understand Russian or Ukrainian and needs English? If not, we can focus more on just on the Ukrainian Russian language, that's all. If there's somebody here who doesn't understand Ukrainian, then I will speak English. Yesterday we had some guests, so I spoke English. But today, if there's anybody here, no? Okay. So, begin. Can read? Now this is Krishna speaking. This is Krishna. This is Господь Кришна говорит. Прочитайте кто-нибудь, пожалуйста. Через 5000 лет моя мантра Упасака, тот, кто поклоняется святому имени, явится в этом мире и повсюду распространит воспевание моего святого имени. Господь Кришна обращается к Ганга Деви, Брахма, Вайварта, Пурана. Lord Krishna speaking to Ganga Devi. А так Господь Кришна обращается к Ганга Деви. When Krishna was on the planet 5000 years ago. Когда Господь Кришна был на этой планете 5000 лет тому назад. Ганга Деви said to Krishna. Ганга Деви сказал Кришне. Oh Lord, we can see that your pastimes are about to end, and people are becoming more and more materialistic. О Господь, я вижу, что твои игры уже скоро закончатся, а люди становятся все более и более материалистичными. You have been very merciful to us. Ты должен пролить свою милость на нас. After you leave, however, all the sinful people of Kali Yuga will bathe in our waters. Ты проливаешь столько милости, но когда ты уйдешь с этого мира, люди Кали Юги, греховные люди, будут совершать омовение в наших водах. And we will become overwhelmed with sinful reactions. И мы, как сказать, затопимся этими греховными реакциями. So Krishna smiled. Кришна улыбнулся. And then he spoke this. И сказал вот этот стих. After 5,000 years, mantra upasaka, that means one who worships the holy name, will appear on this planet. Через 5000 лет мантра упасака подразумевается тот, кто поклоняется святому имени, явится в этом мире. So this is the first indication, prediction of Śrīla Prabhupāda's appearance. And this was spoken more than 5,000 years ago by Krishna himself. Итак, это первое предсказание прихода Шри Прабхупады, и это 5000 лет тому назад сказал сам Господь Кришна. So sometimes people say, well, you know,
Well, who is Srila Prabhupada? И часто люди говорят, ну кто такой Шрила Прабхупада? He's a great religious teacher. Великий религиозный учитель. Great saintly person. Великая святая личность. That's true. Это правда? But he's more than that. Но он гораздо больше, чем He was sent by the Lord to do this work. Сам Господь послал его, чтобы он сделал то, что он сделал. He is the representative of the Lord's mission to spread Krishna consciousness in the world. Он является представителем тем, кто должен исполнить миссию распространения сознания Кришны по всему миру. Should I tell you a little story? Рассказать вам маленькую историю? This is spoken by Prabhupada. Это сам Прабхупада сказал, рассказал я. Prabhupada spoke this story. He was getting a massage one day from one of his disciples. Однажды один из его учеников делал ему массаж. And Prabhupada just started speaking. Прабхупада начал говорить. And he said, Krishna said to me, you go to the material world and preach. Он сказал, Кришна сказал мне, иди в материальный мир и проповедуй. And I said, no. Я сказал, нет. It's a horrible place. Это ужасное место. Horrible. Horrible. Ужасное. And then Krishna said to me, no, you go, you write some books, and I'll protect you. Он сказал, нет, ты отправляйся. Кришна сказал мне, нет, ты отправляйся, напиши книги, и я тебя буду защищать. So, Prabhupada was sent by Krishna to come and do this work. Итак, сам Кришна послал Прабхупаду прийти. And this is the first Shastric tradition from the Brahma Vaivarta Purana. Это первое предсказание из Шастры, которое находится в Брахма Вайварта Пуране. Now there's another prediction. Есть еще одно предсказание. Next slide. Прочитайте кто-то, пожалуйста. Someone read. Даже если грешники отвергнут религию или убегут в другие страны, я пошлю мор Сенапати Бхакта, моего великого генерала, пойти туда и освободить их. Шри Чайтанья Махапрабху, обращаясь к Нараде Муни, Шри Чайтанья Мангала. So Lochan Das Thakur, who's the author of Chaitanya Mangala, writes this statement by Sri Chaitanya Mahaprabhu to Narada Muni. Prabhupada's called Senapati Bhakta, or the general. Lochan Das Thakur, author of Chaitanya Mangala, он здесь пишет, он делает предсказание в своей книге, и здесь Господь Чайтанья, он обращается к Нарада Муни и называет Шрилу Прабхупаду Сенапати Бхакта, великого генерала. So people will go and try to get away from Prabhupada, but they can't go anywhere because he'll be everywhere. Люди пытались бежать откуда-то, куда-то от Шрилы Прабхупады, но у них не получалось, потому что... You can't hide. Потому что он был повсюду, вы не могли от него спрятаться. Just like we see many people, maybe not so much in your country, but in many countries around the world, people leave India and go to other countries to live. Как может быть вы не видите это в вашей стране, но во многих странах люди они уезжают из Индии в другие страны, чтобы жить там. In many countries we have large Indian congregations. В очень больших во многих странах есть большие индийские общины. And they left India to come to the West to enjoy material life. Они уехали из Индии и отправились на Запад, чтобы наслаждаться материальной жизнью. And then, but Lord Chaitanya was there to capture them. Но Господь Чайтанья был тут как тут, чтобы их схватить. So they tried to get away. Они пытались от него убежать. But Prabhupada is coming everywhere and chasing down everybody. Become Krishna conscious. Прабхупада он повсюду появлялся и гнался, как сказать, за ними и говорил: давайте принимайте сознание Кришны. There's one story. One man was in New York. Как есть история о том, вот однажды был один человек в Нью-Йорке. He was walking on the street and he was met by a book distributor. Он ходил по улице и его встретил распространитель книг. And then that same man, he left New York, he went to Los Angeles. Now that's 3,000 miles away.
И вот этот тот же самый человек, он на самолете полетел в Лос-Анджелес, это примерно 300 миль оттуда. One week later. One week later he went to Los Angeles. Он, то есть так или иначе, за 3000 километров, за 3000 миль он отправился в Лос-Анджелес. He was walking along the street. Через неделю он появился там, he got stopped по улице. By the same book distributor. И тот же самый представитель книг обратился к нему. He said, I just saw you in New York. Он сказал, ну я только что видел вас в Нью-Йорке. Now you're here in Los Angeles. Теперь вы были в Лос-Анджелесе. The devotee just smiled. Преданный просто улыбнулся. Can't get away. Oh, вы не убежите от нас. Try to run away from Krishna, he'll catch you. Куда бы от Кришны не пытались убежать, он вас везде достанет. It's special mercy. Это особая милость. Who was this person? You know? Did he become a devotee? Huh? Did he become a devotee? No, he just got another book. That's all. Он просто вторую книжку купил и все. Who was the devotee who distributed the book? I don't know. Не знаю точно. I just heard this story from other devotees. Я слышал эту историю от другого преданного. That's true. Ну это правдивая история. It's true. Well, we find people, you know, they try to hide from Krishna, and Krishna captures them somehow. Как, например, не столько много людей, которые пытаются убежать от Кришны, но Кришна все равно их достает. I think you have some experiences here also. Я думаю, что у вас тоже что-то похожее происходит. Personal experience. So don't try to run away from Krishna. Может, у кого-то личный опыт такой был, поэтому не пытайтесь убежать от Кришны. He'll capture you. Он вас достанет. Okay, so this is Chaitanya Mahaprabhu. Who knows where this picture is? Это Господь Чайтанья Махапрабху. А кто знает, где вот это вот происходит действие на картине? В Нью-Йорке. Томпкинс-сквер. You're thinking of Washington Square Park? No, Томпкинс-сквер парк. Нью-Йорк. No. It's not Washington, it's not New York. Это не Вашингтон, это не Нью-Йорк. This is a place called Hippie Hill. Это Hippie Hill. Hippie Hill. Home Hippie. Where all the hippies used to go. Это место, которое было паломничеством для всех хиппи. This is San Francisco now. Это было в Сан-Франциско. This was right after he left New York and went to San Francisco. Он сразу вот после Нью-Йорка, первый город, в котором он отправился, был Сан-Франциско. Maybe you're right, maybe it is New York. А может, ты прав? Подождите, подождите. Because I'm looking at that dancing picture. Я смотрю на эту картину, где они танцуют. Yeah, you're right, this is New York. Да-да-да, вы были правы, это Нью-Йорк. Sorry. I don't even know my own country. Свою родную страну не знаю, представляете? It is New York. This is Washington Thompson Square Park. Да, это Thompson Square Park. Yeah. Okay. Sorry. Простите. Okay. So next slide. Итак, на следующем слайде. Кто-то прочитайте, пожалуйста. Скоро придет личность, которая будет проповедовать учение Шри Чайтаньи и беспрепятственно перемещаться по всему миру, неся это послание. Шрила Бхактивинода Тхакур Саджана Пашани So here's the third prediction. Итак, это третье предсказание. By Bhaktivinoda Thakur, a personality will soon appear to preach Lord Chaitanya's movement unrestrictedly all over the world. Который говорит о том, что скоро придет личность, которая будет проповедовать учение Шри Чайтаньи беспрепятственно по всему миру. Бхактивинода Тхакура was a visionary. Бхактивинода Тхакура было много видений, пророчеств. One day he had a vision. He was looking in the area of Lord Chaitanya's birthplace, and a vision appeared to him, and he saw people from all the races of the world chanting and dancing.
Однажды он смотрел на место явления Шри Чайтаньи Махапрабху в ту область, и он увидел видение, как такую картину, в котором люди со всех стран мира, они собирались в одном месте, они пели, танцевали в этом месте. You know what he also said? He made a prediction about this area of the world also. И, вы знаете, оказывается, что он сделал предсказание и о этой части мира, том месте, где мы находимся. He wrote that people who live in Prussia and Russia will become Krishna conscious. Он написал о том, что люди, которые родились в Пруссии и Руси, России, да, они будут становиться сознающими Кришны. Yeah. So he knew this part of the world also, outside of India, people will become very enthusiastic to take up Krishna consciousness. Он знал о том, что вот эти места, которые далеко от Индии, они представляются тем, что люди здесь будут с энтузиазмом принимать сознание Кришны. So, this is from Bhaktivinoda Thakur. Это предсказание, сделанное Бхактивинодом Такур. Okay. Now, how did Lord Chaitanya set the world stage for Srila Prabhupada's appearance? Как Господь Чайтанья, Он подготовил мир к приходу Шрилы Прабхупады. So now we're going to see. Okay, next slide. Someone read. Почитайте, кто это принес. So in the 16th century, Lord Chaitanya started the Sankirtan movement. Mm-hmm. Next. So Bhaktivinoda Thakur, after Lord Chaitanya's movement was lost for 150 years, he brought it back in the beginning of the 19th century. Шрила Бхактивинода Тхакура, после того, как прошло 150 лет, и за это время движение Господа Чайтаньи, оно практически угасло, он возродил его, и вот это было в 19 столетии. So this is all setting the stage for Prabhupada's appearance. Это все подготовка к приходу Шрила Прабхупады. Next. Someone read that one. Почитайте, кто там. So Bhaktisiddhanta Saraswati sent the first Vaishnav preachers to the West. Bhaktisiddhanta Saraswati послал первых Vaishnava проповедников на Запад. They went to London. Они отправились в Лондон. Later Germany. Затем Германию. And what is now Myanmar, at that time it was called Burma, and they also went there. И также, what is the name, Myanmar? Myanmar, when it was called, before it was called Burma. Это место, которое тогда называлось Myanmar, которое сейчас называется Myanmar, а раньше называлось Бирма. But they did a little preaching, but nothing really was established. Они пытались там проповедовать, но ничего серьезного не организовали. So this is all leading up to Srila Prabhupada's appearance. Это все вело к приходу Шрилы Прабхупады. Next. Пожалуйста, почитайте. В 50-х годах, когда наш Прабхупада прибыл на Запад, Ватикан смягчил негативное отношение к другим религиям. So in the 1960s, the Vatican in Rome started to embrace other religions. В 60-х годах Ватикан, это как столица христианской церкви в Риме, она начала потихоньку принимать также и другие религии. Christianity was the center of the world as far as the religious institutions, and now the Pope made a statement saying that there actually is, you know, truth in other religions also. So, поскольку тогда христианство было как бы центром всех религий во всем мире, и римский папа, он сделал утверждение о том,
что есть правда и в других религиях, не только в христианстве. Now that's a powerful statement coming from the, you know, the height of Christianity. Это очень могущественное утверждение, которое исходит из главы всего христианства. So then people started to look towards other religions also. И поэтому люди, они начали обращать свой взор также и к другим религиям. Is that the whole thing on that one, or is another part? I did one more. One extra. Yeah. It's about you say, about immigration law. And about the immigration laws? Yeah. Just so happened that the United States of America relaxed their immigration laws the same year that Prabhupada came to America. И вот как раз так, так это все совпало, что в тот самый год, когда Шри Прабхупада приехал в Америку, США оно смягчило правила закона для иммиграционного закона для выхода из Азии. So, and then people in the in my generation, there was the hippie movement, the counterculture, people rejecting mainstream religions, they were looking towards India, looking towards other South Asian countries, Buddhism, like that, for some alternative. И как раз это время, вот это мое поколение, хиппи, они начали отвергать современную американскую культуру и начали обращаться к другим каким-то течениям, к другим религиям, пытаться искать истину. И в особенности они направляли свой взор на восток. I remember in those days, we used to say, don't trust anybody over 30 years old. Я помню, в те времена мы говорили, что не верь, не доверяй никому, кому больше 30 лет. То есть даже 30 лет. The problem is, when we got over 30, that was a problem. Проблема в том, что мы сами как бы старели, и мы доходили до отметки 30 лет. We didn't like anything American. Нам не нравилось ничего американского. Anything institutional. Никаких организаций. Do your own thing. Делай то, что хочешь. Tune in, turn on, and drop out. That was the flaw. Просто как это перевести, не знаю. Tune in. То есть настраивайся. Turn on. Включайся. And drop out. И просто падай, кстати, как сказать. That was the motto of the drug culture. Это было как такой лозунг той культуры. So people were looking towards what we say psychedelic drugs and Eastern religions. Люди искали психоделических наркотиков и восточную религию. And Prabhupada didn't start his movement with, you know, intellectuals. He started with people like the hippies. Прабхупада начал свое движение не с интеллектуалами. Он начал его с людьми, которые были хиппи. Someone asked Prabhupada, what is a hippie? И однажды кто-то спросил Прабхупада, а кто такой хиппи? Prabhupada said, something extraordinary. Хиппи, он сказал, это что-то удивительное, необычное. Then someone asked Prabhupada, again, what is a hippie? And Prabhupada said, you know better than I do. И тут другой человек спросил, опять спросил Прабхупада, а кто такой хиппи? Он сказал, вы сами знаете, кто они такие. A hippie was something like, nowadays there's no real hippies anymore. I mean, years ago there was some real hardcore hippies. Сейчас хиппи, настоящих хиппи уже не осталось. Вот раньше тогда были настоящие матерые хиппи. Now they're all imitation hippies. Сейчас они просто имитируют настоящих хиппи. Real hardcore hippies means you don't work. Настоящий убежденный хиппи подразумевало, что он не работает. You don't take a bath. Не совершает омовение. You just stay high on drugs all day. Весь день под наркотиками. And you talk philosophy. И обсуждай философию. And you live wherever you can live. И живи там, где хочешь. That was, they were real hippies. Там, где хочешь, с кем хочешь. Это были настоящие хиппи. There was a lot of them. А таких людей было много. And these are the people of Prabhupada that came to Prabhupada. Как раз таки вот такие люди пришли к Прабхупаде. There was one devotee, I remember, one devotee. This was about a year or two after the movement started. Это произошло через примерно
полтора-два года после того, как наше движение начало. Он до сих пор преданный, он сейчас присоединился к движению. But when the devotees found him on the street, you know, he was just living on drugs. Но когда преданные нашли его на улице, он просто жил наркотиками. One devotee, Jayananda, he took him to the temple and gave him his first bath after 1 month. И вот один преданный, Джайананда, он привел его в храм и он заставил его помыться первый раз за месяц. And he gave him his first good meal after. И хорошенько его накормил после этого. So these were the people that came to join Prabhupada's movement. Вот такие вот люди приходили, чтобы присоединиться к движению Прабхупады. Of course, there was a few others too. Конечно, были и другие. But this is how Prabhupada started his movement. Вот именно вот так вот Прабхупада начал свое движение. With people who were rejecting everything institutionally. Людей, которые отвергали любые организации. Any questions? Какие-то вопросы есть? Any hippies here? А здесь хиппи есть вообще? Настоящие хиппи. Question in the back. Вопрос на сзади, пожалуйста. Погромче говорите, пожалуйста. А по-русски можно, я не понимаю украинский. Первое воплощение на земле был Прабхупада. Он спрашивает, Прабхупада был первым воплощением на земле, или, может быть, он рождался еще до этого? Был ли Прабхупада первым воплощением, вот, Прабхупада, когда он пришел, это было его первое воплощение на земле, с духовного мира, потом называется, да? Или до этого он где-то рождался? He's asking. Shri Prabhupada's advent to this world, was it his first incarnation or did he incarnate before that somewhere? You have to ask him, I don't know. Надо его спросить, я не знаю. That's a mystery. Это большая тайна. But Prabhupada said that in his last life he was a doctor. Но Прабхупада говорил о том, что свои last life means previous life, or? Yes, what he said. Своей прошлой жизни он был доктором, врачом. So, that's all we know. Это все, что мы знаем. He talks about his eternal relationship, and he also talks about his conditional relationship. Он говорит о своих вечных отношениях, и также говорит о своих, ну, обусловленных отношениях. Принимал ли участие в обществе сознания Кришны кто-то из главных начальников движения хиппи? Какое там отношение? Кен Киви. Кто-кто? Кен Киви. He's asking about, was there anybody who was the chief of hippie movement, who took part in Krishna consciousness movement? Like Ten Kivi or somebody like his caliber. There's a few of them that were way up there. Да, некоторые из них, они были с нами. Yeah, there's a few. Да, несколько таких людей приняли. I mean, Allen Ginsberg. Allen Ginsberg. He was the hero of the hippie movement. Он был героем движения хиппи. And he met Prabhupada. И он встретился с Прабхупадой. And he arranged for Prabhupada to speak at Ohio State University, and 2,000 students showed up. И он организовал для Шри Прабхупады лекцию в одном из университетов, и там было 2000 студентов. And he helped Prabhupada movement get started in the West Coast a little. И он помог движению Прабхупады начать развиваться, то есть в самом начале. But he never really got initiated. Но он никогда не получал инициации. Well, he was favorable. Но он хорошо относился. He had his own program. Он следовал своей собственной программе. So there was a lot of sympathizers. То есть было много сочувствующих людей. Even today there are some people who are still hardcore hippies who sing Hare Krishna. Даже сейчас есть люди, которые являются такими твердыми, убежденными хиппи, и они поют Hare Krishna. We're the crazy lovers of Krishna, crazy lovers of Krishna, crazy lovers of Krishna, crazy lovers of Krishna. Мы сумасшедшие возлюбленные Кришны, мы сумасшедшие любовники Кришны. So he's a leader among the hippies. He sings that song all the time.
Один из лидеров хиппи, который постоянно поет эту песню. And so it's still there. То есть что-то сейчас есть. Даже до сих пор это есть. Prabhupada can relate to everybody. Prabhupada мог с каждым общаться. To heads of state. С главами какой-то, с президентами, великими писателями, с обычными людьми, to children, с детьми. Prabhupada could relate to everybody. Он мог с каждым общаться. Because he was pure. Потому что он был чистым. He had no false ego. У него не было ложного эго. And he was giving the message perfectly. Он совершенным образом передавал послание. So people, a lot of people didn't understand Prabhupada, but they liked him. Многие люди не понимали Прабхупаду, но он им нравился. Someone said to Prabhupada, Prabhupada, everyone loves you, Prabhupada. Как один человек сказал, Прабхупада, вас все любят. Prabhupada said, yes, because I love everybody. Он сказал, да, потому что я люблю всех. So, Prabhupada had love, genuine love for everyone. He was concerned about their soul. He wanted to help. У Прабхупады была истинная любовь к каждому. Он заботился о их душе, и он пытался им помочь. Dira dira pira, what is that song? Dira 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 jana priyo priya karo taram pujito. That a great soul, he's friends to the gentle and to the ruffians. В этой молитве шести соответственно мяштики говорится о том, что великие души они дороги и хорошим и плохим людям. Next slide. Так, следующий слайд. Is Prabhupada sitting at his desk here? Здесь Прабхупада сидит за своим столом. Почитайте, пожалуйста. Шрила Прабхупада начал движение сознания Кришны в одиночку, исполненное смирения и энтузиазма. Prabhupada launched the Krishna conscious movement alone, with complete humility and enthusiasm. Дальше, пожалуйста, читайте. Я пришел сюда, чтобы проверить положение дел, и я обнаружил благодатную почву. И если вы также согласитесь помогать мне, все получится по воле Шрилы Прабхупады. Так кто же занимается бхакти-сиддханта Сарасвати? Если вы согласны, то будьте уверены, что я один из членов Шри Майяпур Чайтанья Матха. Я не стремлюсь к тому, чтобы завладеть каким-то матхом или мандиром, но мне нужны условия для работы. Письмо Бхакти Вирласа Тиртха Махараджа. November 8, 1965. This is a letter to Bhakti Tirtha Vilas Tirtha Maharaj, asking for some support. When Prabhupada first came, he's studying the situation. He sees that the American people are a good chance for them to become Krishna conscious. Это письмо о помощи, которое Прабхупада написал Бхакти Вилас Тирту Махараджу, когда он уже Прабхупада уже приехал в Америку, он увидел то, что американские люди, они есть хорошие шансы, что они примут сознание Кришны. Prabhupada got no support, though. Но Прабхупада не получил никакой поддержки. Он был один. There was one story where he would go to the shipping docks, because we know Prabhupada came over on the boat. Как мы знаем, что Прабхупада он приехал на корабле, и вот он подходил к этому вот к пристани. And he would go back to the place where the boats would sail again back towards India. И он частенько подходил к тому месту, откуда отправлялись корабли в Индию. And he would just read the schedules of the boats leaving. И он читал там расписание отправления судов. But he would never buy a ticket. Но он никогда не покупал билет. So one time, the ticket man who was selling, he says, "You're coming here often. You're reading the schedules, but you don't buy anything." И вот однажды человек, который продает билеты на корабле, он подошел к нему и спросил: вы постоянно подходите сюда, читаете расписание, а билеты не покупаете? Prabhupada didn't say anything, but he was thinking, I came to America, I tried, I failed, maybe I should go back. Prabhupada ничего не ответил, но он думал про себя, что я приехал в Америку, я попытался,
что-то сделать, мне ничего не получилось. И может, мне нужно вернуться обратно в Индию. We have to remember, for one year, Prabhupada was all alone. He had no support, practically no money. Мы должны помнить о том, что целый год Шри Прабхупада был один. У него не было никакой поддержки, практически не было никаких денег. He was living on about $3 or $4 a day. Он тратил, он мог позволить себе тратить только $3 or $4 в день. Sell a couple books and get a little money. Он продавал пару книг и получал какие-то деньги. America was cold. В Америке было очень холодно. He had no place, real place to stay. У него не было постоянного места жительства, где жить. So it was difficult for the first year. He asked for support from his god brothers, but got no support. Ему было трудно в этот первый год. Он искал поддержки у своих духовных братьев, но ничего не помогли. 70 years old, all alone in a foreign country. Человек, которому 70 лет, один в чужой стране. Practically everybody probably would have gave up. Практически каждый вот на его месте просто все бы это бросил. Prabhupada didn't give up, although it looked like it was going to be a failure. Prabhupada не оставил своих попыток, хотя все вело к тому, что он потерпел поражение. And all his god brothers also failed before him, so Prabhupada was thinking, I may also fail. И все его духовные братья, они тоже потерпели поражение до него. И Прабхупада думал, что может быть и я тоже ничего не сделаю. Но так или иначе, he persevered. Он продолжал. Finally, the hippies came. И в конце концов пришли хиппи. Prabhupada was enthusiastic to preach to the hippies. И Прабхупада начал с энтузиазмом проповедовать этим хиппи. So then, okay, next slide. So everyone knows where this is, right? Все знают, где это. Это бесценные дары. This is the first Hare Krishna temple. Это первый храм Хари Кришны. Matchless gift. Бесценные дары. Can you please read? Прочитайте, пожалуйста. Кто-нибудь громко прочитайте. Когда Шрила Прабхупада начал первую главу Искон в Нью-Йорке 13 июля 1966 года, он подписал документы только своим именем Саньяса, Ачхе Бхакти Веданта Свами. Yeah, so he began. After some time, he actually incorporated the society. There was only a few people, International Society for Krishna Consciousness. And the people who were coming were thinking, what is this international? All we got is a little store, that's all. И так прошло время, и он в конце концов организовал это общество, которое он назвал Международное общество сознания Кришны. И люди спрашивают, там всего было несколько людей, кто ему помогал. И люди спрашивали, а почему вот вы назвали Международное? У вас тут небольшой магазинчик какой-то есть, и нет пару людей. Но у Прабхупады было видение. Here's a famous story. Есть знаменитая история. Prabhupada was in New York City, sitting on the park bench in the park in New York Park. Прабхупада однажды он сидел на лавочке в одном из парков Нью-Йорка. And one train conductor who was from Iran, he saw, oh, this old man looks interesting, so he sat down on the same bench. И один проводник на железной дороге, который был родом с Ирана, он посмотрел на него, он показался интересным человеком, он подсел к нему рядышком. And he started to talk to Prabhupada. И он заговорил с Прабхупадой. And Prabhupada started to explain, I've come from India, I've come to teach bhakti yoga. И Прабхупада начал объяснять ему, что я приехал из Индии для того, чтобы учить бхакти йоги. I have 108 temples. И у меня 108 храмов. But they're separated by time. Но это все. От этого всего меня отделяет только время. So, now this man was thinking, well, this person is speaking kind of crazy. Этот человек послушал Прабхупаду, подумал, похоже, он слышит. He's this old man sitting on the bench, and he's talking about 108 temples around the world. Один старый человек сидит на лавочке и говорит о 108 храмах по всему миру. So he thought, he's a nice person, but he may be a little crazy. Подумал, ну, хороший человек, но немножко сумасшедший похож. But you know, that same man later on lived long enough to see Prabhupada do that.
And then when he came to understand that Prabhupada actually did it, he became really, really excited and overwhelmed with emotion. Но оказывается, тот самый человек, который вот это все видел, говорил с Прабхупадой, он дожил таки до того момента, когда Прабхупада сделал все это. И когда он видел то, что у Прабхупады все получилось, его настолько, значит, просто вообще вошел в экстаз от эмоций, которые его переполняли. So Prabhupada was a visionary. Итак, Прабхупада был необычным человеком. Although nothing was established, still he had complete faith. Хотя ничего еще не было, но у него была полная вера. Okay, now the scene change. Итак, мы меняем сцену. Yeah, this is Prabhupada in New York, all bundled up with winter clothes. Это Шрила в Нью-Йорке, весь замотанный зимней одеждой. Somebody read this. Прочитайте, пожалуйста, книгу. Станет ли кто-то преемником, который продолжит вашу работу и будет заботиться о нашем духовном образовании? Next slide. В действительности это оскорбление духовного учителя, сказал Прабхупада. Next one. Мой духовный учитель, сказал он, не был обычным духовным учителем. Он вновь выдержал паузу и затем прошептал срывающимся голосом. So, Prabhupada got really sick in 1967. He had a third heart attack. And it looked like this one would kill him. And Prabhupada prayed to Krishna. И Прабхупада молился Кришне. He said, my mission is not finished. Please give me more time. Он сказал, что моя миссия не закончена. Пожалуйста, Кришна, дай мне еще времени. Later he said, Krishna gave me 10 more years. И затем он сказал, что Кришна дал мне еще дополнительные 10 лет. But when the devotees heard that Prabhupada was going back to India, Prabhupada was going to go back to Vrindavan and just leave his body there. И когда преданные узнали о том, что Прабхупада возвращается в Индию, они подумали, что он поедет в Вриндаван и там оставит тело. So they said, well, when you die, you know, who should take over the movement? И они спросили, ну вот когда вы умрете, кто станет преемником движения? Prabhupada said, this is an insult to the spiritual master. Прабхупада сказал, что это оскорбление духовного учителя. There's no one to replace me. Никто не сможет меня заменить. So, and then it goes on to explain. Дальше продолжается, объясняет почему. Прочитайте. Потом Свамиджи сказал, что мы должны всегда помнить, никто не сможет его заменить. Сама эта идея оскорбительна. Если кто-то придет и скажет, что вам что-то отличное, сказал он, вы будете сбиты с толку. Срыв Хари Кришна, Хари Грива Даса, часть 2, Сан-Франциско, 67 год. Yeah, he said, if you say, if someone comes and says something different, you'll be confused. Он сказал, что если кто-то придет и скажет, что это отличное от того, что я говорю, вы будете сбиты с толку. So one cannot, you know, replace the spiritual master. Никто не сможет заменить духовного учителя. So this was, and Prabhupada was, he was emotionally disturbed, thinking that, you know, of course the devotees didn't know anything about a guru. They were just thinking, you know, he's a nice holy man, but they didn't understand guru tattva. Но Прабхупада был очень сильно обеспокоен, как сказать, он очень эмоционально это все происходило с ним. Он сильно переживал это. Конечно же, ученики не понимали того, кто такой гуру. Они думали, что ну, это просто он хороший человек. Но вот гуру татву они не понимали. So, yeah. This is an important point that sometimes if we hear from someone from the outside and it's something different than what our spiritual master, what Prabhupada says, there will be confusion. Это очень важный момент, потому что если мы будем слушать кого-то, кто находится вне нашего движения, и если он будет говорить какие-то вещи отличные от того, что сказал Прабхупада и наш духовный учитель, то это может сбить нас с толку. The number one principle
the greatest quality of a woman is her chastity to her husband. Главное качество женщины, первое и главное качество женщины – это ее целомудрие по отношению к своему мужу. The number one quality of a devotee is their chastity and obedience to their spiritual master. И главное качество преданного – это его целомудрие и как сказать, послушание, да, духовному учителю. So Prabhupada was teaching us what is the relationship between the spiritual master and the disciple, and how that if you hear something a little different and you start to believe it, then you may doubt your own spiritual master, and then your whole spiritual life will become blocked. Он говорил о том, насколько это опасно, что если вы слышите кого-то, кто скажет что-то отлично от того, что говорит ваш духовный учитель, и вы поверите этому, тогда ваша вера в вашего гуру, она разрушится, и это может разрушить всю вашу духовную жизнь. Any questions on that? Есть какие-то вопросы на эту тему? Yes, да, пожалуйста. Пожалуйста, громче, не слышишь? Имеете в виду, какие предсказания? Возможно ли, что они не случатся? И что нам нужно делать, чтобы все было так, как сказано? Как нам способствовать? Я понимаю, просто вы имеете в виду, какие предсказания, которые были написаны в Священном Писании? Да. Либо какие-то святые, да? Именно, да. А, то есть они уже есть, и надо ли нам что-то сделать, чтобы они исполнились, да? He says that we hear about many predictions which are given by Shastras or by some sacred persons, and do we have to do something to help it happen? To help happen what was predicted from our part? Do we have to make some efforts to make it happen from our part? Or it just will happen in his own accord? He's asking about the nature of predictions. What can you do? If you just follow your spiritual master, everything will happen automatically. Ну что мы можем делать? Если вы будете просто следовать своему духовному учителю, то все придет автоматически. Predictions may not come out exactly the way they're explained. They may come out in a slightly or even a radically different way. Предсказания не обязательно исполняются именно так, как они были предсказаны. Они могут прийти немножко по-другому, либо совсем по-другому. Just like it says that Lord Chaitanya's movement will be every town and village. Как, например, говорится о том, что движение Господа Читания придет в каждый город и каждую деревню. So how can we envision that? How will that come out? How will it look? И как мы сможем это представить себе? Как это произойдет вот, реально? What will it take to bring it about? И что необходимо, чтобы это произошло? I mean, that's one prediction. That's a major prediction. Lord Chaitanya spoke that personally. Это одно из главных предсказаний, это то, что сам Господь Читания сказал. Does that mean everybody will have shaved heads with sikhas and, you know, like dhotis and saris? То, что все будут бритые головы, шики, они будут ходить в дхоти и в сари. It may not be like that, it may be a lot different. Это не значит, что это именно так произойдет, это может быть уже как-то по-другому. So it will happen, but how it looks, we don't really know. Это произойдет, но как это произойдет, мы этого не можем сказать. Like Prabhupada told us, he said, we can make the whole world Krishna conscious in 18 days, but then he looked at us and said, you're not ready. И как Прабхупада сказал, мы можем обрести весь мир, сделать его сознающим Кришну за 18 дней. Потом он посмотрел на нас и сказал, но вы к этому еще не готовы. Krishna told Arjuna, if you don't fight, it doesn't matter. All these people on the battlefield are already killed because that's my will. Кришна сказал Арджуне на поле битвы на Курукшетре, что ты можешь сражаться, но в принципе это уже не так важно, потому что эти люди, они уже убиты мною. So all we have to do is become serious devotees, and then the Lord will do everything else. И что от нас требуется, это чтобы мы стали серьезными преданными, и тогда Господь все сделает, что необходимо. And that's a lot. That's doing a lot too.
даже это вот это очень большой труд. If we become fixed in our own Krishna consciousness, then Lord Chaitanya will work through us to spread Krishna consciousness. Если мы сами станем серьезными в своем сознании Кришны, тогда Господь Чайтанья, Он будет использовать нас, через нас действовать, чтобы весь мир сделать сознающим Кришну. But we can slow down the predictions, or we can make it happen by our own chastity to our spiritual master. И мы можем это предсказание либо притормозить, либо наоборот ускорить. И для этого необходимо стать более серьезным и более верным своему духовному учителю. Prabhupada said, if you don't do it, then the next generation will do it. And if they don't do it, the next generation. It'll happen, but it depends how long it may take. Прабхупада говорит, что вы должны это сделать. Если вы это не сделаете, следующее поколение это сделает. Если оно не сделает, еще следующее сделает. То есть это произойдет, но сколько времени этого, на это потребуется, это уже зависит от нас. Okay. Зачем это? Another question? Матаджи? Покончи, пожалуйста. Предательство, да? То есть как, что значит быть целомудренным духовным учителем, и если мы слышим шикшу от какого-то другого духовного учителя, не предаем мы при этом, не предаем мы при этом своего духовного учителя. She's speaking, she's asking about the chastity to his or her own spiritual master. What does it mean? Can you please explain? And she's giving an example. For example, we have our own spiritual master and we hear shiksha from some another guru iskon. Does it mean that we betray our spiritual master? You have to understand what is your spiritual master expect from you and carry it out, that's all. Это значит, что вы должны понять, что духовный учитель ожидает от вас. Делать это. You have to chant your rounds, you have to follow the principles, you have to be a humble devotee, you have to take prasadam, you have to tend to them. These are the basic things. Now, if you get a direct instruction, then you have to fulfill that direct instruction. То есть есть какие-то общие вещи, надо повторять мантру, следовать регулирующим принципам, быть смиренным, преданным, совершать какое-то служение. Это основные вещи. Но если вам дает духовный учитель еще какое-то личное наставление, служение, то это также включает в себя вот, следовать его наставлению и быть верным. Goswami explains, there are four steps, the first four regulative principles. One, take shelter. Two, become initiated. Three, follow the instructions as given. And four, from time to time, ask, how can I make more advancement? Как Шрила Бхагасвами описывает все четыре принципа преданного служения, в первых четырех он дает самое важное наставление. Первое – это принять прибежище, второе – это получить посвящение, третье – это серьезно следовать наставлениям духовного учителя, и четвертое – время от времени спрашивать у духовного учителя, как мне быть, как мне лучше служить, чтобы быстрее прогрессировать в сознании Кришны. So inquire. Так, задавайте вопросы. Okay, we got 10 more slides on this lesson. У нас сейчас остается 10 слайдов. Okay, next slide. И следующий слайд. От Сваминджи к Прабхупаде. This is from Swamiji to Prabhupada. Итак, прочитайте, пожалуйста, кто-нибудь. Someone read? Галинда Дас, мы хотим обращаться к вам самым лучшим культурам. Поэтому скажите нам, пожалуйста, каково самое лучшее имя для этого? Он был очень смиренен и решительным. Я настаивал, нам надо это изменить. И он сказал, вы можете обращаться ко мне Гуру Дев или Гуру Махараджа или Прабхупада. Я сказал, хорошо. Но это три имени, нам нужно одно. Какое из них самое лучшее? И он ответил, Шрила Прабхупада. Хорошее имя, но самое лучшее. Тогда я сказал, с сегодняшнего дня мы будем звать вас Шрила Прабхупада.
Это из книги Прабхупады, из вот этого сборника видео Прабхупады Прабхупады, 9.1, воспоминания событий мая 68 года Бошна. So the devotees used to call him Swamiji, now he's offering a title that is, it was a question actually from Govinda Dasi, she's asking this. What would be a name to call you? And he gives three, and he says, Prabhupada is the best. Это на самом деле, вот как он от Свамиджи стал Прабхупаду, и это был вопрос Говинда Даси, который спросил, как вас лучше звать, называть, и он сказал, что дал три имени, и она спросила, какой из этих трех имен лучше, и тогда он сказал, что самое лучшее – это Шрила Прабхупада. The word Prabhupada means, Prabhupada means master, and Pada means feet. It means one whose feet all other masters take shelter of. И вот это само слово «прабхупада» означает «прабху» значит «господин» и «пада» значит «стопы». То есть это тот, у чьих стоп принимают прибежище все остальные господа, все остальные прабху. Next slide. Mm-hmm. Следующий слайд. We're going to go a little fast because we're немножко быстрее пойдем, потому что мы не успеваем. So, Prabhupada formally identifies his position. Шрила Прабхупада официально определяет свое положение. Пожалуйста, прочитайте. 28 июля 1970 года, когда Шрила Прабхупада организовал GVC для того, чтобы управлять ИСКОН, он официально определил свои отношения с организацией. Международное общество сознания Кришны зарегистрировано. Ачарья-основатель его божественная милость Ачхе Бхактивиданта с вами Прабхупада. Okay, keep going. 22 июля 1974 года Шрила Прабхупада инициировал и одобрил поправку GBC к своему предыдущему юридическому документу, вновь подчеркивая свое особое положение в ИСКОН. Настоящим утверждается, что его божественная милость Ачхе Бхактивиданта с вами Прабхупада является ачарьей-основателем ИСКОН, международного общества сознания Кришны. Он является высшим авторитетом во всех вопросах деятельности организации. И еще раз, еще тоже. Его положение не может занять никто другой, и его имя и титул должны присутствовать во всех документах, заголовках, писем, изданиях общества. Изданиях общества. Изданиях, сооружений. Yeah. So those that established Prabhupada, and then of course the GBC established. Prabhupada established the GBC and his position as the founder acharya and supreme, what we say, authority. Итак, Шрила Прабхупада он основал GBC и вот он установил свое положение как ачарья основателя, который является высшим авторитетом во всех делах организации. He did that not to put himself forward, but to help give us a solid situation where if anyone else comes and also says that I'm an acharya, then their teachings and whatever they say may be accepted also. So Prabhupada said, the founder acharya, everything he establishes will be there from time immemorial. И Прабхупада сделал это не ради того, чтобы себя поставить в какое-то очень высокое положение, возвеличить, но он сделал это ради того, чтобы дать нам твердый фундамент. Поскольку может произойти такое, что кто-то придет, и он будет проповедовать, и он скажет, что я тоже ачарья, и будет что-то говорить. И Прабхупада, он установил, что нет, только один ачарья основатель. А все остальные должны следовать его наставлению. Next slide. Шрила Прабхупада как Сарасвата. Сарасвата. Or what do we say? Namaste Saraswati Deve. Gauravani Pracharine, Nirvishesa Sunyavani Paschatyadesa. Пожалуйста, как мы говорим вот это вот, по мантра про нами Шрила Прабхупады. Почитайте, пожалуйста. В том же 1974 году, хотя и вновь подтверждая свое положение ачарьи-основателя ИСКОН, Шрила Прабхупада в ходе перевода Шри Чайтанья Чаритамриты также вновь подтвердил свое положение ученика и слуги своего духовного учителя миссии Шри Чайтанья Махапрабху. И еще? Являясь членами движения сознания Кришны,
мы принадлежим к семье или ученической преемственности Сарасвати Госвами, и потому мы известны как Сарасвати. Поэтому духовному учителю выражают почтение как Сарасвата Дева, члену семьи Сарасвати. Еще. Намасте Сарасвати Девы. Чьей миссией является распространять культ Шри Чайтанья Махапрабху, Гауравани Прачарине и сражаться с имперсоналистами и... Войдистами. 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 Нирвишеша Шуньявани Пушачьяды Шатарине. Читание Чинтамрита Абилила 10.84. In 1970, some of the leading sannyasis in our movement were starting to say that Srila Prabhupada was God. В 1970 году некоторые главные лидирующие сannyasi нашего движения начали убеждать о том, что Прабхупада — это Бог. They started to hold meetings and invite devotees in, and they were saying, Prabhupada's not saying it, but we know he's actually Lord Vishnu himself. Они собрали преданных и начали говорить о том, что Прабхупада сам об этом не говорит. Но мы-то знаем, что он на самом деле это сам Бог, который пришел. Это отклонение началось в Нью-Вриндаване. И там были встречи за встречами. И это начало разделять движение. Они говорили о том, что ну мы-то знаем, что Прабхупада Бог, но он сам об этом никогда не говорил нам. This went on some time. There was a lot of disturbances. Это происходило в течение какого-то времени и причиняло много беспокойств. Prabhupada was in Japan at the time. В это время Прабхупада был в Японии. And the word got to him what was going on. И молва дошла до него о том, что происходит. So what he did is he took, there was four sannyasis. Что он сделал? Он взял этих четырех sannyasi. And he told them to leave ISKCON. И он приказал оставить ISKCON. He said, "You can't stay in our temples anymore. You go out and you preach. You can't. You just preach and live wherever you can live." Он сказал, что вы не можете жить ни в одном храме. Просто идите, проповедуйте и за счет этого живите. And then he added the second part of his mantra: Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Sunyavani Pastyati Desitarine. To establish his position as the servant of Saraswati, coming on the mission of Lord Chaitanya, and to destroy impersonalism and Mayavadism like that. И вот ради этого потом он ввел вторую половину своей пранава мантры, где он говорит намасте Сарасвати Деви и так далее, что он является слугой Сарасвати Госвами, Бхактина Сарасвати, он служит миссии Господа Чайтаньи Махапрабху, и он уничтожает философию Майявады и имперсонализм. He said there's one, later Prabhupada said there's one thing worse than underestimating the guru. И Прабхупада он сказал, что есть одна вещь, которая еще хуже, чем недооценивать положение своего духовного учителя. Overestimating the guru. Это слишком преувеличивать его положение. Because he says then, well, people will say, well, if the guru is God, then when I become guru, I become God. Потому что тогда, если люди будут говорить о том, что гуру это Бог, тогда я, в конце концов, тоже стану гуру, и я тоже стану Богом. So, Prabhupada saw that danger, and he immediately rectified it. Прабхупада видел эту опасность, и он немедленно ее исправил. So, of course, those four sannyasis traveled and preached, and later they came back, had a change of heart, and they were welcomed back into the movement again. И, конечно же, эти четверо sannyasi, они отправились проповедовать, они, их сердца они изменились, и в конце концов они попросили прощения и вернулись обратно в движение. Okay, next slide. Еще Прабхупада о себе, как ачарьи, основатели ISKCON. Okay, next one. So it is said, please, you can read. Кто-то может прочитать, пожалуйста, громко. Итак, здесь говорится, что источником является жизнь, поскольку здесь утверждается я плохо читаю. Я то майор и тараташ чартхет шаби яксварат. Next slide. Он. Он прямо и косвенно знает все, все проявления, и он независим.
И дальше еще. Подобно тому, как если принять меня за источник этого движения сознания Кришны, это значит, что я прямо и косвенно знаю все об этом движении. Если я прямо или... Если прямо или косвенно не знаю... Не знаю все об этом движении, я не могу называться ачарьей-основателем. И как только источник становится сознающим, он является жизнью. Лекция по Шриман Бхагаватам 1.1.1 Саратас 21 февраля 1975 года. So, thank you. Enthusiastic. Очень энтузиастично, спасибо. So, Prabhupada knows, that's what the founder Acharya knows, and he knows things directly and indirectly. Directly coming from Krishna, indirectly coming from the situations that he's involved with. И так он говорил о том, что основатель Ачарья должен знать все, что происходит в его движении, прямо получает от Кришны и косвенным образом находясь в гуще ситуации. Last slide. И последний слайд. Пожалуйста, еще раз так же. Как Ачарья-основатель искон Шрила Прабхупада является жизнью и душой для всех поколений, его последователей. Более того, тот, кто добавляет, что мы являемся Прабхупадан, Прабхупада-нуга. Прабхупада-нугами. Я плохо читаю этот спирт, прошу прощения. Также достоин прославления, поскольку он способствует сотрудничеству, необходимому нам для того, чтобы привести миссию сознания Кришны Прабхупады и Господа Чайтани в каждый город и деревню на земле. Well done, well done, well done. Здорово. Прямо как в прошлые времена. I said, like in communistic time. Okay. That concludes this lesson. Итак, мы на этом закончим наш урок. We have about few minutes. Any questions? Буквально несколько минут на вопросы осталось. Пожалуйста, там далеко, громко. Особо были события в нашем движении, и было введено, что вместе с пранама мантрой должны повторять мантру пранама мантру Шри Прабхупаде, и в какой последовательности? Вначале гуру, потом Прабхупаде, или вначале Прабхупаде, потом гуру, да? Да. I remember in 1998, when our society had big problems, GBC introduced that along with the pranama mantra to his spiritual master, we should chant also Прабхупада's pranama mantra. And he's asking, which order should it be? First Guru Mantra and Prabhupada Mantra, then and or first Prabhupada Mantra and Guru Mantra. You can chant Prabhupada's first. Вы можете вначале Прабхупаде читать. Ай, Бог. Можно вопрос? Пожалуйста. Там был слайд, где Прабхупада говорит о том, что если кто-то придет и скажет, что лучше иное, нежели чем я, то вы там... Вы будете сбиты с толку. То есть вы подразумеваете, когда кто-то вот говорит, что это отличная Прабхупада, да? Ну, вообще, это... да, мы слушаем лекции, и там часто говорят своими словами, и там, где гарантия, что то, что говорят... Вы имеете в виду лекции ИСККОН, внутри ИСККОН, или за пределами ИСККОН? ИСККОН, да.
То есть вопрос такой, что если было сказано, что если кто-то скажет отличное наставление Прабхупады, это может сбить нас с толку. И очень часто в ИСККОН говорят своими словами, передают наставление Шри Прабхупады. И вот как нам не быть сбитым с толку? It was one slide where it was said that if somebody comes and speaks something different from Prabhupada, you will become confused. Confused, yeah. And he says, how to prevent this? Because in practical situation, even inside this call, somebody can speak. If you hear something that is new and you're not sure, then you just ask your spiritual master. Если вы слышали, вот как ответ, если вы слышали что-то, в чем вы не уверены, вы должны спросить своего духовного учителя. You need to, if you can understand it yourself, fine. If you can't, then get a clarification. Ask your spiritual master or ask the senior devotees. Если вы сами можете понять, как это все правильно, неправильно, это хорошо. Но если вы не можете этого, вам нужно обратиться к духовному учителю и прояснить это у него, либо кому-то из старших преданных. If we try to figure it out, we may be able to. If you can, then that's fine. But if you can't, then go to an authority and get a clarification. Можете попытаться сами разобраться. Если у вас получится, это хорошо. Если нет, тогда вот вам нужно обратиться, чтобы прояснить это у старших преданных. That way everything is clear. И тогда все станет ясно. Okay, thank you. Спасибо. Tomorrow we will do fictional Prabhupada. И завтра мы будем рассматривать урок, который называется «Вымышленный Прабхупада». Hare Krishna, Srila Prabhupada, Kijaya. Hare Krishna, Srila Prabhupada, Kijaya.